800 лет назад монгольская степь была заселена множеством племен, самыми крупными из которых были кераиты, меркиты, татары, найманы, монголы. Эти пять крупных племен были независимыми и не подчинялись друг другу. Династия Цзинь в отношении них осуществляла политику «разделяй властвуй», проводила разбойные набеги, сокращая население этих племен. Эта вражда привела к длительным войнам как на территории монгольской степи, так и за ее пределами, в ходе которых многие монгольские племена и их ханы пролили свою кровь и лишились жизни. Темуджин Уге! Вы, татары, грязные продажные псы! Не ты ли говорил, что татары и монголы навсегда останутся друзьями? И вы же подло предали меня ради династии Цзинь! Амбагай, я получил тайный приказ от императора Цзинь уничтожить тебя, болвана, посмевшего восстать против императора. Что, боишься смерти? Давай, убей меня! Если хоть один мускул на моем лице дрогнет, то я не потомок монголов. Амбагай, ты хочешь быстрой смерти? Нет. Я хочу, чтобы ты умирал долго и мучительно. Пригвоздите его к деревянному ослу. Мои дети и внуки отомстят вам за мою смерть. Монголы, которые пьют воду из реки Анон, вырастут и никогда не сдадутся. Придет день, и монгольский Баатур отомстит за мою смерть и пригвоздит вас самих к деревянному ослу. В 1146 году предводитель монголов хан Амбагай в сопровождении нескольких телохранителей поехал свататься к татарам. Предводитель татар Темчуджин Уге схватил Амбагая и доставил его императору династии Цзинь. Жестокий император Сидзун пригвоздил Амбагая к деревянному ослу. Наступит день и подарит степь настоящего героя, который пригвоздит вас, ублюдков, и отомстит за меня, не щадя живота своего. Монгольские войны. В результате решающей битвы при Керулене племена джардаранов и тайджиудов были полностью уничтожены. Вождь меркитов Тохтаабеки бежал с горсткой людей на восток озера Байкал. Унгираты сдались нам. Теперь нам только угрожают татары. Двое наших праотцов были убиты татарами. В этот раз мы должны полностью уничтожить их. По коням! Сабли наголо! Сабли наголо! Под нашим знаменем Сунгуна! Под нашим знаменем Сунгуна! Отомстим за наших отцов и завоюем степь! Отомстим за наших отцов и завоюем степь!
дня продолжалось решающее сражение с татарами. Татары понесли огромные потери. Тимуджин одержал полную победу. А вождь татар Жалинбухэ с горсткой людей, не более 100 человек, бежал. Отец, твой сын вынужден отправиться к тебе из-за человека, который носит твое имя. Возможно, потому что у него твое имя. Враги бегут от него в ужасе. А он оставляет после себя лишь горы трупов татар. Не вини меня, отец. Я не могу видеть полное истребление татар. Прошу тебя, прими меня к себе. Моя началась с чаши отравленного вина. Так пусть же чашей отравленного вина она и закончится. Дорогие гости из далекого края, осушите чашу этой замечательной молочной водки. Чувства, сокрытые внутри этой чаши, глубже любого озера. Это вино взволнует до глубины, но не опьянит. Хозяину дома радостно, когда его гостю хорошо. Мне хочется рассказать о многом, но я не нахожу нужных слов. Выпей кровь и слезы сиротки. Кровь за кровь. Татар Якичелян. Он умер. Наш отважный вождь Жалинбухэ покинул нас. Он ушел в поисках своего покоя. Мы будем сдаваться. Быстрее! Окружайте их! Всем не двигаться! Не двигаться!